музыка. Она бывает как хорошая, так и плохая. Плохую музыку вы, скорее всего, не слушаете. Однако за хорошими композициями, наверное, частенько гоняетесь. Но вы никогда не задумывались о том, что годнота может прийти оттуда, откуда вы даже и подумать не могли. Присаживайтесь поудобнее. С вами Cloud Shade, и я поведу вам историю одного такого трека. Эта история начинается еще в 2004 году. Тогда начали выходить первые успешные игры телефонов на платформе Java. Эти игры использовали музыку в формате MIDI. Эта тенденция продолжалась до самого конца операционной системы Symbian. Выходили на Java как самостоятельные игры вроде серии Asphalt или Gangster, так и огромная куча урезанных портов с более производительных систем. Если с оригинальными играми все ясно, в них в большинстве своем хорошая музыка, то с портами все совершенно иначе. Портированию игр на Java уделялся минимальный бюджет. Соответственно, в большинстве случаев эти порты делали команды из нескольких человек. Композитор к этим командам частенько не прилагался, поэтому музыку писали сами программисты. Могла ли в этих условиях родиться хорошая музыка? Ответ на этот вопрос ждет нас в порте игры Blur. Вы не знали, что есть порт Blur на мобилке? Ну, впрочем, это не удивительно. Информацию об этих портах просто так в интернете не найдешь. Теперь о самой игре. Она, конечно, не блещет красотой. Графика очень примитивна, однако геймплей довольно интересный. Эта игра вполне может скрасить несколько десятков минут. Но мы ведь не за графикой сюда пришли, не так ли? Правильно, мы пришли за музыкой. В главном меню играет довольно приятная мелодия, но она не способна поразить слушателя. Все интересное начинается на дороге. В игре 4 миди-лупа по примерно 30 секунд. Однако, лишь один из них смог поразить мое воображение. Этот трек, конечно, использует очень примитивные технологии, сделан лишь одним человеком, но он очень круто звучит. Прям очень круто. Настолько крутой музыки из старых мобильных игр я никогда раньше не слышал. Возможно, вас этот трек, конечно же, не зацепил, но я уверен, что назвать его плохим у вас не повернется язык. Вам, возможно, как и мне интересно, кто же сочинил свою замечательную композицию в столь неблагоприятных условиях. К сожалению, информации об авторах этой игры я нигде не нашел. В самой игре есть лишь упоминание компании GLU и лицензии на использование транспортных средств. Однако ни слова о конкретных лицах. А жаль, хотелось поблагодарить этого человека от души. Вот такая вот история получилась. Надеюсь, просмотр этого видео доставил вам хоть какое-то удовольствие. Ссылку на этот трек я прикреплю в описании к ролику, не благодарите. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Cloud Shade. До скорых встреч!